Здравствуйте. За окном начало лета, то прохлада, то жара, грозы, ветер, а потом тишина, легкий бриз. А в колледже госэкзамены, переводные экзамены, зачеты, последние занятия. Все наполнено жизнью, яркими эмоциями. И произведения, которые сегодня прозвучат, такие же красочные, эмоциональные, как июньские дни. Давайте же начнем наш июньский концерт. Родион Щедрин, Жорж Бизе, интермеццо и болеро из балета «Кармен Сюита» исполняет камерный оркестр МГКИ. Дирижер Илья Ледогостер. Себастьян Бах. Концерт для двух скрипок и оркестра. Ре минор. Солисты. Студенты отдела оркестровые струнные инструменты класса преподавателя Морозова Михаила Александровича. Лауреат международных конкурсов Иван Ельников. Лауреат международных конкурсов Градимир Быков. Партия чембала Рамазанова Камила Сиитовна. Thank you.
Thank you.
Для банданиона, гитары и струнного оркестра, солисты, преподаватели отдела инструменты народного оркестра, банданион, лауреат международных конкурсов, лауреат премии Министерства культуры Российской Федерации Максим Федоров, гитара, лауреат международных конкурсов США, Италии, Франции, Сербии, Тайвании, золотой медалист Дельфийских игр России. Никита Неделько. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Браво!